Так, ну что, сегодня у меня хорошее настроение. У тебя хорошее настроение? У нас хорошее настроение, поэтому сегодня мы варим очень хорошее пиво, которое называется Вайцен. Но с боками. Такой Вайцен, Вайценбок. Вот такой получится у нас. Мощный, крепкий, пшеничный эль. Сейчас немножко заправлюсь, а то глазки закрываются. Всем привет! Сегодня у меня хорошее настроение. Набираем воду в наш отварочный бак. Сразу же у нас пойдет первым делом отварка по своим паузам. Рассказываю на пальцах. У нас будет пшеница, венский амбер Мюних. Хмель будет Традишн и Геркулес. Ну, напугал. У нас пойдет первая отварочка по своей паузе. И пошла... Как-то не так, да? Да. И пошла на повышение и... И пошла наверх до кипячения, и будет кипеть у нас полчаса. Проварится полчаса, мы начнем затирание в основном баке по своим паузам. Второй отварочкой поднимем. И получится у нас Вайценбок, крепкий пшеничный эль с двумя отварками. Понеслась, набираем воду. А что это у нас есть? Пшеничным и с венским солодом. Опа, это пшеничка. А это у нас венский солод. 50 на 50. И это только для отварки. А что там будет в основном баке? Загоняем наши снаряды. Весло шмесло. А комочков у нас нет. У нас очень хороший, плотный, густой, густой пшенично-солодовый затор. Да. Тут сейчас протеолитические паузы. А протеолиз у нас лучше идет на густых заторах. Поэтому сейчас у нас затор. Получается практически один к двум. Ну, где-то так. Короче. Эти кофе сейчас подведем. Да, густой затор, густой. Белки будут, потом посмотрите. Такие белки будут, такие белки. А что у меня есть? Это pH-метр. И сейчас мы замерим кислотно-щелочной баланс нашего сусла. Какое сусло? Нашего затора. Включашки. Опа! Опа! Вы это видели? Хедшот. 20 миллиграмм лимонной кислоты. И вообще все по фэншую. Вторая наша пауза осахаривания прошла. И сейчас будем повышать до декстринирующей паузы. А потом пойдет на отварку. Что там у нас? Ну, уже коричневенькая, уже не белая. Уже практически весь крахмал у нас перешел в осахаренную форму.
вот и закипела наша отварочка. Посмотрим. О, красота! Красота, красота, красота. И вот так у нас варится будет полчаса. А пока мы заливаем наш основной затор. Оп. А у нас здесь свет далеких планет. Та-тан-тан-тан-тан-тан. Оп. Ну что, засыпашки, остатки нашей пшеницы и мюнхенский солод. И наше весло пошло. Мюнхенский как пахнет, прямо таким бисквитом. Открываем сюда, значит, закрываем сюда, здесь уходит, сюда приходит. А, посмотрите, какое у нас тут тирамису получилось. Ай, красота. Так, хватит красоты, все, перекачиваем теперь обратно. Запускаем. Запускаем. И это наша вторая отварочка. Сейчас заполним еще 100 литров. И они еще раз у нас проварятся. Это будет... Вот такая красота. Все по законам Рейхангенсбота. Блин, хрен выговоришь этот Рейхангенсбот. Немецкий закон о чистоте пива. Все абсолютно понятно. Все. Нет, не все. А, ну практически все. Закрываем, открываем. Запускаем. Бак пошел на вторую отварку. Второй пошел. Ну а здесь у нас основная пауза осахаривания. Очень-очень, да, я очень ловкий такой. Потом мешаут чуть-чуть добавим до 78 и фильтрацион. Ты готов? Да, я готов. Все. Ну что, будем фильтрационить. Вот и все. Так, перекачали на фильтрацию. Сейчас у нас немножко отстоится оно. А, вот это пудинг, я понимаю. Все, оставим в покое. Отстоится, создается, создается. Что за слово такое? Отстоится, создастся фильтрующий слой. Ну, а мы пока помоем кастрюльку. Игорек, надо помыть. У нас проблема. Ну что, проблема устранена?
еще пару минут. Пошла муть. Пошла муть. А мы посмотрим по диоптру. Ну вот немножко подождем. Как осветлится, тогда перекинем в бак. Какой красивый цвет. Грамм традишена, все кипит, бурлит. Сейчас пойдет жара. Ух. Зеленые волны Вайценбока. Поэма прямо. Последняя доза хмеля. Какой темно-зеленый, маслянистый. Вот так вот. Все. Охлаждаем через охладитель и в ТКТ заливаем. Такой красивенький, темно-медный цвет у нашего пиваса будет. Ждем брожения и дегустации, да? Пшеничка какая у нас белковая. Бок очень красивый такой, темно-медный. Замерим, сколько у него начальная плотность. А начальная плотность у него 16, ну и с половиной, ну 16,3 где-то вот так. Нижняя, скажем так, рамка вайтенбоков. Хлебный, горечь чувствуется, но такая мягкая, деликатная, но она еще деликатнее будет. Пивас будет бомба, на. Пришел момент сделать органолептический. Оргазмолептический. Ну, судя по тому, что тут бродит, я думаю, это будет оргазмолептический анализ нашего пива. Вайценбок. Да, с органолептикой придется немножко подождать. Немножко пены. Ох ты! Понюхай. Понюхай. Ух!
конечно. Конечно. Офигеть. Серьезно, серьезно. Пахнет, конечно, таким. Все, знаешь, думают, что сейчас хмель, а тут столько, столько это чистая карамель. Хлебная. Хлебная карамель. Хлебная такая. Бисквитно-карамельная, да? Я же говорю, конечно, так продукт серьезно очень. Помнишь, как я на коленях полз? Да, да. И давай протру, ну хотя бы, ну, давай сделаем. Бок! Да, пенка красивая, конечно, вообще даже пузырьков не видно, такая. Какая вещь! Это шикарная вещь! Надо немножко подождать, чуть-чуть уже красоты отстаивается. Встретимся через 5 минут. Тут 5 минут, наверное, не. Минут 10. Вот и наш Weizenbock. Немножечко пену приспустил. Еще лучше стал запах. Еще насыщеннее, такой хлебно. И цвет такой красивый. Такой карамельненький. Такая довольно крепкая штука. 7% алкоголя, 16,3 начальная плотность и под 7% алкоголя здесь. Я скажу всем! Хороший такой двойной Вайцен. Мощь! Мощь чувствуется. Мать, такая. Ну на, тоже пробуй. Я смотрю, слюни до пола просто волочатся, сейчас подскользнешься. Ну да, надо только от запаха отдано. А послевкусие какое насыщенное, мощное. Такого печеного хлеба, бисквита. Нет слов вообще. Нет слов. Да. Класс. Пивко для настоящего мужика. Ну, чувствуется, да, такой вкус насыщенный. Хватит пить, ты что-то расскажи. Ты что, дай. Не, классный запах. Обалденный. Ну, еще немножко попробуем. Привет, друзья! Всем привет! Ассалам алейкум! Малейкум ассалам! Да, как-то так. Мы будем пробовать сегодня наш колобок. Он же Weizenbock, он же пшеничный бок. Она же Элла Кацнельбоген. Давно мы его ждали. Это заслуга Игорька. Вымолил Игорек, хотел сказать. Вымолил. Говорит, хочу бок. Дай мне бок. Серьезно пиво подавай, Виктор. А то мне получишь перо в бок. Ну как? И я так согласился. Думаю, надо делать Weizenbock. Ну а почему бы и нет, да? Да, все делают, а мы что? Нет, наоборот, как-то мало делают. Там надо как-то людям все-таки Weizenbock настоящий как-то... Сделать настоящий Weizenbock из земли Нижняя Саксония. Ого! Ну что? Хватит трындеть, надо открывать. Это да. Thank you.
Какая красота! Какая красота! Мутничело зачетный, да? Темный янтарный у нас, или как? Чего? Ну ты хоть про пену скажи, ну подожди ты, вкус и аромат. Пена хорошая, стойкая, такая. Муссообразная. Муссообразная, да, да. У нас более темный вариант с карамельными солодами. Амбер солод здесь использовался. А Мюних? И Мюних, и Венна. Ух! Барли-Венна. Барли-Венна. Да. Ну ладно, нюхнем. Двухотварочный метод. И... Замечательно. Класс, да? Хорош. Запах очень насыщенный, такой карамельно-ирисовый. Солода, переходящий в фруктовый такой. Да. Изюмку нюхаем? Да, какой-то как печенюшка, да, такая? Булка с изюмом. Печеньковая, мне печеньковая. А мне булка с изюмом. Класс, 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 класс. О, какой, да? Стоять. Оно, да. Мы сделали. Долго я устал. Хорош. Первый свой Вайценбок хорош. Оказался чудо как хорош. Ой, как хорош. Потрясающе. Густой, просто потрясающе. Насыщенный. Плотное тело, конечно, очень плотное. Да. Легкая сладость вам как? Легкая-легкая. Умеренная. Легкая сладость тут скорее за наличие все-таки большого количества этилового спирта. Все-таки под 7%. Не, ну это естественно. И вот такую сладковатость. Тепленькое такое ощущение. После вкуса это такого как тепленькое так пошло бы тебе. Да, 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 да. Хорошо лечить горло. Да, кстати, как раз сейчас в такую погоду занимаемся, да. Врачи рекомендуют. Врач прописал делать ингаляции. Не ингаляции, а полоскание. Ты перешел на более улучшенный вариант. Очень вкусно. Класс. Очень. Мне нравится такой. Получается насыщенный. Комбинация такая. Да. Солодовая, фруктами. Легкая такие тона ванили. Goddamn right. Летом при такой, знаешь, жаркой погоде его не особо попьешь. Ночное время очень даже хорошо. Ночью хорошо, да. Когда. Я думаю, такой веселая компания засесть. Прохладный бриз. Дождь. Да, взять чашечку, бокальчик прекрасного Вайценбока и, насладившись карамельно-хлебно-фруктовым ароматом, сделать небольшой глоток и ощутить тепло летнего дня. Хорошо излагает собака, учитесь. Пробуйте, пейте, наслаждайтесь, пишите комменты. Будет интересно почитать. Пока.